Это в продолжение поста про загородную недвижимость. Вот. Такие вот окрестности. Ты к папе приехал? Так, Рекс, это местный житель, можно сказать. Че, как дела у тебя? Устал, нет? Так, Рекс, пойдем, покажешь? Пойдем. Так, спускайся тогда. Так, в общем, вот так все у нас здесь выглядит. Так, там вот у нас футбольное поле. Ну, на нем летом играем, зимой не играем. Тут вот тоже площадка. Там баскетбольчики иногда бывает. Все. Тут вообще по-хорошему, конечно, нужно большую экскурсию сделать. Тут много что интересного. Тут баня, детская зона. В целом более чем интересно. Сейчас, наверное, я единственное, что, знаете, хотел показать, это зону барбекю сделали. Сейчас покажу. Так, вот так она реализована. Так, пап, привет. Что у тебя здесь? Процесс подготовки идет. Да, давайте посмотрим. Это мой папа. Шашлычок. Так, ты же недавно, да, эту веранду сделал? Вот угольки. Эксплуатацию вел неделю назад. Неделю назад, срок, да. Производство месяц. Месяц. От нуля до... Так, ну давайте посмотрим. Начало эксплуатации. Вот как тут все реализовано. Ну, достаточно, я считаю, хорошо, если так откровенно. Удобно. У тебя окна такие. Ну, называются мягкие окна. Мягкие окна, да, собираются. Собираются, и вот тут, да, есть оно, видите, тут оно есть. Тут и там его нет, оно собрано уже. А мясо какое? Это мясо лосятина. Лосятина. Так, понял. Дичь экологически чистый, ест только травку. Лосятина — дело серьезное. Да. Все, так что все отлично. Друзья подарили. Угу.